Слава Христу. Аминь, спаси Христос. Вопросы будут, Игнат Тихонович? Аминь, спаси Христос и Богу слава. Аминь, спаси Христос. Благодарю за молитву. Игнатий Тихонович, да. Я сегодня у вас спрашивал по поводу 2 Иоанна 1.10.11, кто приходит к вам и не приносит его учения. Хотел вот еще уточнить. А смотрите, вот допустим, человек говорит, я верующий, допустим, посты не хочет соблюдать. Как к нему относиться? Это уже, получается, не приносит он его учения? Конечно. Но надо то поговорить, есть, посмотреть. Может быть, он верит во Святую Троицу, а до конца еще не знает. Он не противоречит. Тут надо быть осторожным. Узнать. Я ему объясняю, как надо делать правильно. Показываю ему, допустим, где это написано в Писании, в канонах церковных. А он в каком-то вопросе упорствует, допустим, не хочет в этом исправляться. Как мне тогда о нем судить? А как судить? Когда говорил Иоанн, он имел в виду только одно, что Христос воплотился через Деву Марию и умер за грехи каждого человека. Вот это только имел в виду. А как мы под это подведем дальше основу, а за этим постом, может быть, не соблюдает? Какая причина переговорить? Может быть, он еретик, сектант, побеседовать, и он, главное, не отрицает, что Иисус – второе лицо Троицы, Бог и человек, Бог и Сын Божий. А остальное тут можно раз за другой побеседовать. Это вопрос сложный. И при том просто отрицать. Но если он злобится, поносит там церковь и все проще, тогда не принимать. Он разрушитель. Ну, он не поносит человека. Просто я хочу есть, допустим. Я хочу все есть. Ну, я не знаю, так с улицы никто не зайдет, я хочу. Вот у меня постучался один, но я взял его, накормил, расспросил, он недоволен. Оказалось, он обманывает. Обманывает? Я про родственников. Ну, допустим, кто-то близкий постоянно приезжает, допустим, там узнал человек, там теща, допустим, ну, она там юбку может одеть, платок, а все остальное она вот там не хочет соблюдать, допустим, там. Поститься она категорически там против. Как в этом вопросе? Вы как, живете в одном доме? Нет, она живет в другом городе. Ну, вот у меня, допустим, человек выходит на беседу здесь же, вот где вы. А я гляжу на него и вижу, он такой-то. Я говорю, в следующий раз, чтобы вот через сколько-то недель назначаю, чтобы ты бороду не трогал. Потому что это искажение образа Божия. Я ему время даю для этого. Он начинает говорить, я ему материал высылаю. Бесед пока не будет. Другое дело, ты бы был неверующий совсем, тогда разговора не было. И в миру ты можем подряд со всеми общаться. А ты называешься братом, а остаешься противником истины Господней. Главное, что он называет себя верующим. А если просто неверующий, ну, гляди, чтобы не обокрал, не убил. Тут надо просто опыт иметь, что и как. Ну вот по вопросу тещи, допустим, вот она поститься не хочет. Она уже 2 года знает, видит, что я пощусь, дети мои постятся. Она сама это отвергает. А она верующая? Ну да, она говорит верующая, все верит, она там в храм может сходить. Я не знаю, как так говорить, и что она не понимает. Я говорю, когда в университетах сколько людей подходит, говорит, мы пост соблюдаем сейчас, все. Это люди незнакомые, первый раз. И они сразу принимают. Нет, вот человек хочет есть. Вот он привык есть там свое сало кормить, хочет это животное. Ну, главное, пост нарушает. Пост нарушает, он на 2 года отлучается от церкви. Он не имеет права быть на литургии верных. Это уже от священника зависит. Я не знаю, у меня никого в окружении нет таких, и никогда не было. А пост соблюдал я и в тюрьме, и в монастыре, и в армии, везде соблюдал в советское время. А люди-то видят это. И понимаю. То... Просто подходит ли этот стих, вот кто приходит к вам и не приносит его учения, она подпадает под этот стих, что я ее не должен принимать в свой дом и приветствовать? Нет, это о другом совсем. Я впереди сказал уже 2 раза, что учение о том, что второе лицо Троицы воплотился через Дух Святой.
и принял плоть через Деву Марию, и взял грехи мира и умер за нас. Вот этого учения, если не приносит человек, то не принимай. Ну, первый раз ты не знал, принял, побеседовал. Ну, а дальше скажи, мне не положено с тобой общаться. Вот, допустим, вы знаете, Кашпировский был, Чумак, заряжали что-то, воду, прочее. Он этим занимается, отлучается от церкви на 18 лет. Если ты у него лечился, там, он тебе заряжал воду и прочее, на 5 лет. А если просто принял в дом его, на 2 года отлучаешься от церкви. Каноны так говорят. Ты же знал, что он колдун, волшебник. Так я не понял. Мне теща, как мне с ней быть? То есть ее пускать все время в дом и закрывать глаза на то, что она не соблюдает, не посты и там остальное все. Либо мне с ней просто еще работу провести, если она будет дальше отказываться, тогда ее не принимать. Ну, после первого, второго вразумления отвращайся. Не меньше 2 раз надо побеседовать и уже смотреть, как на еретика. Да, да, вот это да. 69-е апостольское правило говорит об этом. Церковь... То есть 2 раза я с ней побеседую насчет поста. Если она будет упорствовать, я могу ее не пускать в дом, потому что все, она не все, скажи, больше не имеем общения. Если ты была неверующей, я бы тебя принимал, и все. Но ты называешься верующей. С таким даже не есть вместе. Так, все понятно тут. Еще вопросы есть? А крещение младенцев, если вот не признают, ребенка куда хочешь отнеси, если вот не верит, ну, не признают крещение младенцев. Это тоже же неправильно. Крещение младенцев прямого указания нет. Хотя Костиной мы находим, крестили целыми домами. Крещение заменило обрезание. Обрезание было 8-й день. Ну, тут, понимаете, надо конкретно показать человеку. Я в большом собрании у баптистов проповедовал, когда, ну, они не принимают крещение. Я говорю, церковь – корабль. И сегодня мы от наводнения спасаемся. Вы возьмете ребенка, а ребенок у нее на руках. Она встала, баптистка, говорит, я его сегодня же готова крестить. Все, одна беседа. Как-то надо так подходить, чтобы вера твоя делала это. Не то, что я умею убеждать или что-то. Место дать Богу, чтобы она расслышала через нас голос Божий. Игнатий Тихонович, да. Это Анатолий. Да. Так получается, у нас не сплошная седмица-то, да? Среду, пятницу пост. В этой неделе среду, пятницу нету поста. Нету, да? Нету. Только мясо не ест, и все. Все, понял, благодарю. Ну, а дальше уже только в субботу, воскресенье разрешается растительное масло. 7 недель. На Благовещение 7 апреля и за неделю верное воскресенье разрешается рыба. Все. Тут такие тонкости, что если Благовещение оказывается на страстной неделе, на последнее, во время поста, то до четверга рыба-то не разрешается, а масло можно. А после четверга уже никакого влияния на пищу не дает церковь. Как будто его и не было праздника. Видишь, как установлено. И надо так и соблюдать. А в субботу, Лазарева суббота, перед верным, разрешается икру, но не рыбу. Видишь, как? Этим мы к Богу не приближаемся, но навыкать послушанию надо. Церковь – это любящая мать. И она нам худого не заповедует. Аминь. Так, все. Отошел.